Так. Добрый день. Давай. Вот я рад увидеть вас на выставке «Территория охоты, рыбалка, туризм», да? Расскажите, вот это новая модель, да, так напомню? Это клиночек, модель старая, но рукоять обновили. Так. Что мы преследовали, какую цель в этом ноже? Мы увеличили толщину обуха. Здесь уже в районе 3,2-3,3 мм в обухе. Сталь S390 – это одна из самых сегодня прочных и твердых сталей на рынке ножевой продукции. Но при данной толщине стали мы не имеем права делать большой упор. Поэтому мы придумали вот такую эргономичную рукоять. Она очень удобна в хвате в своем. Да. И позволяет нам теперь делать вот такую толщину. Потому что наши клиенты всегда просили что-то утолщить, потому что такие стали, они предназначены для того, чтобы что-то поковырять, такое более активные какие-то планы работы выполнять. Но то он есть, и вес теперь, да, у него больше. Да, он и вес такой, но увесистый стал вообще, и очень удобный в руке. Вот такая вот моделька. А как называется такая? Нож Овод 2. Овод 2. Овод 2. Ага. Вот с такой рукоятью, утолщенный обувь. Изумительная модель. Ну и, конечно, цена, кстати, вы спрашиваете. Цена сегодня, в честь 23 февраля, у нас проходит акция. На сегодняшний день это цена данного ножа 20 тысяч рублей. Ну, не дешевый, да. Не дешевый, но будет еще дороже. Это скидка к 23 февфевраля, то есть за 20 тысяч сегодня. Кстати, есть возможность привести. Да, если его. Наши подписчики будут звонить в кодовое слово «Гаджет Парк», ну, может, тут получится еще скидку, я думаю, так вот, если. Вот. Ну, не на только эту модель, может, вообще как-то. А что еще вы можете вот так посоветовать? Вот такие модели сегодня новенькие привезли. Угу. Это ламинат, значит, здесь сердечник, булатная сталь, по краям дамаск с никелем обкованный. Дополнительное, значит, сделано воронение. Воронение не слазит, то есть тестировали ножи. Ножи рабочие, очень хорошо режут за счет булатного сердечника. Новая рукоять в варане. Соответственно, тоже увеличенный уже обух. Здесь отсутствует упор, рукоять травмоопасна считается. Поэтому толщина обуха может быть до 4 мм. Очень удобный нож. Не широкий, не толстый, очень легкий, рабочий вариант. Охотники, рыбаки, я думаю, по достоинству оценят данную модель. Такой универсальный нож. Очень, да? Хороший. Нож позволяет ошкуривать дичь. После ошкурки можно порционно нарезать что-то. Длина клинка в районе 140-145 мм позволяет это очень делать хорошо и удобно. Это модель вот этого года уже, да? Это модель новиночка. Мы с этими моделями первый раз посетили буквально 3 недели назад. Венгрию. Мы были с этими моделями в Венгрии. Ну и как? И очень удачно их продавали там. Продавали, да? Так, отлично. Но у нас не за горами еще 8 марта, можете подсказать. 8 марта. Тоже будут хорошие скидки. Приходите к нам на стенд «Кузница Назарова», будем рады всех видеть. А вот еще есть у вас какие-то бытовые ножи, там что-то такое? Ну, конечно. Кухонные какие-то. Кухонный модельный ряд. Мы всегда его развиваем. Что-то мы модернизируем, рукояти акриловые, не боятся посудомоечные машины. На рукоятях имеется насечка антискользящая, очень удобно в руке. Наши клиенты уже по достоинству оценили данные модели с такими рукоятями. То есть мы вышли с ними на рынок уже на постоянный. Отлично, отлично. Цена такого? Цена такого ножа в районе 5500 на данный момент. Итак, Назар Клинок. Вот, собственно говоря, стенд этой компании. Вы всегда можете обратиться к представителю компании, продавцам, и получайте консультацию, получайте достойные цены. Всем пока, удачи. Все, спасибо. Спасибо.